Друзья, всем привет! С вами Илона и Виктор! Это мир осознанных практик. И мы являемся проводниками в мир осознанности и здоровья. Наверняка вы давно уже мечтали соединить приятный отдых для души с полезными практиками. И мы для вас как раз подготовили этот замечательный тур в Абхазию, который включает в себя тренировки, которые будут проходить каждый день. Мы будем прокачивать свое тело, мы будем улучшать подвижность, силу, выносливость, гибкость нашего тела. Мы будем также заниматься энергетикой, а конкретно практиками, которые помогают нам наполниться, очиститься. Это и дыхательные практики, это и методы литотерапии, работы с камнями, это работа в потоке, работа с энергией, и это различные методы, приемы с приборами и генераторами. И, конечно же, для чего мы это делаем? Чтобы очиститься от блоков, от различных зажимов и от деструктивных программ. Также у нас на туре для вас мы выбрали самые лучшие, самые классные, самые красивые места в Абхазии. Это Рицинский заповедник. Мы посетим все эти удивительные точки в этом заповеднике. Ну и волшебное озеро Рица будет на десерт. Также мы посетим новый Афон. Это Анакапийская крепость. С высокой горы видно весь город. И не только новый Афон, но также и близлежащие города. И красивое море. Мы посмотрим на водопады, а также мы отправимся купаться, лечиться в теплые, даже горячие, чудесные лечебные воды. Это горячие источники Абхазии. Ну и море, свежий воздух, эвкалипт. Приятное с полезным мы соединили в нашем туре. Для тех, кто давно уже хотел, мечтал научиться танцевать, можно научиться танцевать прямо с нами на нашем туре, потому что мы будем использовать также и танцевальные направления. Это и латиноамериканские, это и восточные, может быть, современные или русские народные. И все это для вас в нашем туре, для вашего настроения. Ну и бонусом является диагностика энергоструктуры. В начале нашего тура мы пройдем диагностику, распишем все моменты, какие есть, да, в хорошем состоянии или в не очень хорошем состоянии ваша энергоструктура. Дадим советы для проработки определенных жизненных моментов, блоков, а также можно будет взять индивидуальные консультации и терапию. Ну и, конечно же, в конце мы посмотрим результат и мы увидим положительную динамику нашей работы. Этот тур не только полезен для нашего тела, но также для нашей души, для нашего сердца. Мы будем любить, радоваться, возрождать любовь, возрождать истинных себя. Мы, которые наполнены светом и радостью. Мы здесь для вас, чтобы делиться с вами знаниями, чтобы вы были уже лучшей версией себя уже сегодня, чтобы вы были более осознанными, более прокачанными, чтобы у вас не было никаких блоков и зажимов, чтобы ваше сердце расширялось, вы получали радость от жизни, были счастливы, ваше тело было красивым, а осанка была всегда стройной и улыбка была на вашем лице. Ждем вас на нашем замечательном туре с нами, с Виктором и Илоной, с миром осознанных практик. Пишите нам, записывайтесь, вам всем хорошего настроения и ждем вас в этих прекрасных местах, где есть море и горы. До новых встреч! Пока-пока!